Привет, ребят. Я, конечно, понимаю, что я занимаюсь поиском разных всяких разных игр, кликеров, монеток, токенов, которые позволят нам заработать на, так сказать, на кликерах, на играх, на аирдропах. Но то, что я нашел, это просто у меня даже не входит во все возможные понимания моей жизни. Это за гранью просто. То, что они создали, это пипец. Во-первых, это герой, как вы видите, это, скорее всего, Павел Дуров. Во-вторых, это все находится в церкви, скорее всего, католической, да? Да, здесь майнинг, фарминг можно просто снимать раз в сутки, раз в два раза в сутки, ну что-то такое, да? Можно снимать, так, ой, можно выполнять задание. А перед этим, чтобы я все объяснил про эту игрушку, залетайте в описание, там будут ссылочки на разные игры-кликеры в закрепленном комментарии, плюс... Там телеграм-канал, где я буду разборчики тоже такие, знаете, ну письменные делать, и чтобы вы не смотрели видосики, а могли туда залететь, телеграм-канал, да, быстренько. Ну и, соответственно, новую игрушку какую-то для себя увидеть. Это тоже здорово, это тоже отлично. Там же я буду всякие бусты скидывать на разные игры-кликеры, где как быстрее прокачать движ и заработать больше токенов, и заработать, соответственно, больше денег, да. Но вы должны, короче, это сделать, чтобы у вас все это было... на руках, на виду, и вы тоже могли играть майнить. Прежде чем начать всю эту движуху, соответственно, давайте, ну, просто сделаем, да, просто снимаем бабосик, он перечисляется, дальше нажимаю на майнить. Вот через 8 часов у меня опять 180 этих штук на майнить. Далее можно приглашать друзей, выполнять задания, как вы видите, да, 50, 100 и так далее, да. Зайдем в канал, теперь сейчас будет у вас просто уши звенеть. Он был создан 10 мая. Ох... Телеграм. Носитель Духа Святого Тон. Через него он общается с нами. Услышьте его слово, когда откроется церковное приложение Телеграм. Молитесь Святому Тон каждые 6 часов и укрепляйте свою веру. Обратите 5 неверующих в церковь Святого Крипто. И ваша вера будет возрастать в 2 раза каждую секунду. Следите за своими братьями по вере и уровнем их любви к Тону и к церкви. Но это пипец. Ты молился сегодня? Задают вопрос. А церковь Тон приземлилась и открыла свои двери. Войдите в церковь. В нашей церкви можете развивать свою веру в Тон, выполнять ритуалы и привлекать новых последователей. Это святое место, где мы восхваляем Павла Дурова, Тон, телеграм-канал и свободу. Здесь, значит, вы уже верите в Тон, но ты хочешь большего веры в Тон. Мы построили идеальное место, где вы можете молиться каждые 6-7 часов и куплять свою веру, господи. Это такой бред, ребят, меня так прет вообще от смеха. Я когда первый раз прочитал, я чуть не сдох со смеху. Вот, это Тон Чорч, это вот 65 тысяч подписчиков, не знаю, ну вот, что это такое вообще, нахрен вообще, тут это... Слушайте, это вот, вам не кажется, что это уже уровень богохульства, да, и уровень, ну, идиотизма? Единственное, что я могу понять, ну, то, что, ну, блин, токен, да, можно развивать разными, через разные сферы, там, через животных, через галактику, какие-то космические игры, там, GTA, не знаю, игры реальные, да, какие-то были у нас, но чтобы через веру и через церковь, я даже не думал, что они смогут такое сделать. Смотрите, огонь, произошло что-то ужасное, нашу церковь захватили. Макаронный монстр, прятавшийся как божество, разбил витраж и выпрыгнул. Ну, представляете себе, да? Ну, я не знаю, я думаю, смотрите, ребят, кому реально не зайдет вот это понимание того, что здесь творится, нахрен вообще даже не делайте, не играйте, не пробуйте. Но здесь, как обычно, отнеситесь к этому, как и к майнилке, да, как игре, в которой вы просто собираете токены, а дальше вы будете просто, ну банально дальше, не знаю, ну, листинг, дай бог, будет этот божественный, да, наш, и мы что-то, может быть, заработаем с этого. Ну, какую ерунду они не придумали, но это я даже не могу в голове уложить, что такое вообще возможно было, такую дичь придумать. По сути, ну ладно, бог с ним, ладно, забили хрен, давайте что делать, да? Давайте, ребят, проверять все игры, кликеры, майнеры. Давайте, соответственно, на этом зарабатывать. Давайте смотреть, как предприниматели, как люди на долгую, возможно, что-то мы с этого получим. Поэтому, повторюсь, залетайте в описание. Залетайте в закрепленный комментарий, пробуйте все игры, вниз прям пролистывайте все, пробуйте, залетайте, да, потратьте на это время, но каждая игра, она имеет свой смысл, сообщество и движ. И, соответственно, конечно, подписывайтесь на канал, там я выпускаю новые видосики, да, и в Телеграм, и на YouTube. И, конечно, с вас поддержка лайком,
там, не знаю, еще чем-то. Так что, ребята, я с вами, меня зовут Николай, нахожу для вас новые темки, рассказываю про существующую, ищу всякие плюсики, бусты. А с вас это поддержка максимальная, насколько возможно, смотреть видосики, писать комментарии и, соответственно, ставить лайки. Всем добра, на связи.